Министр национальной обороны. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Столицы нашего государства, а также о всех ее других уголках. А вот не надо это, потому что к счастью, мы маленькая компактная страна, поэтому можем распределить должным образом имеющиеся ресурсы. Господин президент, я бы не сказал, что вы маленькая страна, память только не бывает. Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, они просто потрясают своей красотой. И, знаете, я так подумал, что и нам бы сложно было построить такое. Но я сказал вашему вице-президенту одну вещь, с которой я, в общем-то, приехал сюда. Я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами, не должна импортировать то, что может производить сама. Я полностью согласен. Es lo que nos hace falta.